Здравствуйте, в эфире прогноз погоды на ЗапТВ. Спонсор выпуска «Чита Моторс», официальный дилер «Черри» в Забайкальском крае. 1 ноября в среду погода будет облачной с прояснениями. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Ночью температура от минус 14 до минус 12 и от минус 1 до минус 3 градусов днем. Черри Центр Чита предлагает современные стильные кроссоверы Черри, выгодные условия по обмену вашего автомобиля на новый Черри. На сегодня это все. До новых встреч в эфире.